Обеспечение безопасности при подготовке и проведении новогодних торжеств, а также безопасность людей на водных объектах в зимний период стали главными темами для обсуждения при заседании антитеррористической комиссии и комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Заседание прошло под председательством главы района Заура Хамирзова. Присутствовали члены комиссии, прокурор Кашхабского района Мурат Хакуй, главы сельских поселений, заведующие садиками и директора школ. По первому вопросу повестки дня об обеспечении безопасности при подготовке и проведении новогодних праздников выступила начальник управления образования Асиат Берзегова. В период проведения новогодних праздничных мероприятий управлением образования и образовательными учреждениями проведено и запланировано провести ряд мероприятий. Управлением образования издан приказ об обеспечении комплексной безопасности образовательных учреждений на период проведения новогодних праздничных мероприятий. Асиат Хамидовна отметила, что уже составлены графики дежурства и назначены ответственные лица за обеспечением пожарной безопасности и антитеррористической защищенности на период проведения новогодних и рождественских праздников. Далее слово предоставили начальнику управления культуры Рауф Хурия, который доложил о проводимых мероприятиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций. В завершении своего выступления он поздравил всех присутствующих с предстоящими праздниками. Имени всех моих коллег я хочу поздравить находящихся здесь людей, ваших родных и близких с Новым годом. Будем надеяться, что этот год будет действительно добрым, действительно счастливым, действительно доброжелательным по отношению к нам, нашим родным и близким. Завершил выступление по первому вопросу заместитель начальника полиции по охране общественного порядка межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Руслан Хуажев. В период с 25 декабря по 8 января 2018 года на территории Кашхабльского и Шаренского района планируется проведение мероприятия, приуроченных к празднованию Нового года, в которых будут принимать участие порядка 7 тысяч. Почему я указываю Шульдиновский район? Почему? Потому что зона оперативного обслуживания Кашхабльского райотдела является и Шульдиновский район, а вообще он не стал. В целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан дорожного движения в период подготовки и проведения вышеуказанных мероприятий в межмуниципальном отделе МВД России Кашхабльский подготовлен приказ об обеспечении общественного порядка и безопасности при проведении новогодних и рождественских праздников на территории Кашхабльского и Шаренского района. В плане обеспечения общественного порядка и безопасности граждан при проведении массовых мероприятий предусмотрен расчет сил и средств. Будет задействовано 60 сотрудников райотдела с учетом еще и резерва, которые будут располагаться в административном здании. Планируется проведение рабочих встреч с главной администрацией и другими заинтересованными ведомствами для рассмотрения вопросов организации взаимодействия с представителями субъектов проведения праздничных мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка. По второму вопросу об обеспечении безопасности людей на водных объектах на территории Кашхабльского района в осенне-зимний период выступил начальник отдела ГУЧС администрации района Николай Зверев. Каждый год на последнем заседании КЧС и антитеррористической комиссии мы рассматриваем эти вопросы. В этом году температурный режим начала зимы не предрасположен к образованию ледяного покрова, но хочу сказать, что по данным Адыгейского республиканского гидрометцентра во второй половине декабря ожидается понижение температуры воздуха до минус 8 градусов. Тем самым существует вероятность того, что будет образоваться на водных объектах ледяной покров, и жители Кашхабльского района, особенно я хочу сказать, обратить внимание на детей, наверняка будут стараться выходить на лед, кататься на коньках и проводить различные игры. Говорилось на заседании и о суррогатном алкоголе, несертифицированной пиротехнике и электронных сигаретах. Заур Хамирзов призвал уделить этим вопросам пристальное внимание.